Весеннее утро. Еще только первые лучи солнца появились на небосклоне. А по улице Медицинской уже собрались на акцию по уборке лесного массива порядка 50 учащихся медицинского колледжа. Сотни, а порой тысячи людей посещают ежедневно в Брестскую больницу. Областную, а значит сюда люди съезжаются со всего региона. Посетить врача, привезти или забрать своих родных и близких, передать вещи и продукты. Часть из них проходит через прилегающий лесной массив. А поэтому чистоту и порядок на этой территории нужно поддерживать. В целом у нас на март-апрель запланировано порядка 20 разных экологических акций на территории Московского района города Бреста, которые проводятся и в преддверии месячника по благоустройству, который городом объявлен с 22 марта по 23 апреля текущего года. И также будут эти работы продолжаться в рамках месячника по благоустройству. Традиционно в рамках трудового воспитания наши учащиеся выходят навести порядок. Мы проводим экологическую акцию, которая называется «Чистый лес». Мы просто берем пакеты, берем перчатки, закатываем рукава, и вперед наводим порядок здесь. Свежий воздух, бодрое утро и хорошее настроение. Что может лучше способствовать уборке? Кто-то из этих ребят уже участвовал в акции, кто-то вышел впервые. Но дружной компании и, главное, с пользой прогуляться по весеннему лесу понравилось всем. Вообще мне понравилось, я бы еще так сказала. На улице утро, хорошо, свежий воздух, убираем. С одной стороны, это очень прекрасно, хорошее место, свежий воздух. Но с другой стороны, очень печально и то, что загрязняется лесной массив. И поэтому мы решили добровольно убрать, чтобы и, как говорится, окружающей среде помочь, и себе тоже сделать лучше. Подключился к уборке и персонал Брестской областной клинической больницы. Здесь можно было увидеть сотрудников отделений гастроэнтерологии, гематологии, кардиологии, хирургии, гемокоррекции, но даже и это далеко не весь список. Важно то, что люди откликнулись расчистить лесную полосу от мусора, ведь вместе решать любые задачи проще. Мы приняли решение принять посильное участие в этом. И навести порядок на нашей территории, которая, скажем так, закреплена за нами, мы за ней ухаживаем в меру силы и возможностей. И сегодня первый день, это не конечный день, у нас это на постоянной основе. Согласитесь, что каждый из нас любит, когда рядом с его жильем или работой нет переполненных контейнеров и большого количества мусора. Поэтому акции по благоустройству города и наведению порядка будут проводиться и дальше. И все-таки еще раз хочется напомнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.